Уникальный памятник книгопечатания. Впервые в Беларуси фрагмент знаменитой Библии Гутенберга доставили в Национальную библиотеку. Событие исключительное, ведь в мире сохранилось лишь несколько экземпляров издания. Высококлассная бумага, готический шрифт, украшенный рисунками заголовки. Книга считается самой дорогой в Европе. В Минск ее привезли специальным рейсом из Германии в сопровождении экспертов и дипломатов. Для Национальной библиотеки Германии этот экспонат имеет поистине уникальное значение, потому что он представляет собой самый древний памятник книгопечатания. На самом деле это особый случай, когда мы в первый раз привозим этот экземпляр в другую страну. Сегодня мы имеем уникальную возможность. Маем шанец вживую побачить оригинал Библии Гутенберга. Хай себе это фрагмент невеликий, тем не менее это оригинальное издание, якому уже 4,5 сотни годов. Библия Гутенберга считается точкой отсчета истории книгопечатания в Европе. Прикоснуться к легенде можно будет на выставке, посвященной 500-летию белорусского книгопечатания и Франциску Скорини, которого нередко называют продолжателем традиций Иоганна Гутенберга.